Мы с вами продолжаем. Я тоже так думаю. Фак. Отлично. Винтовка классная. Отлично, снайпер снял. Проклятие! Эти копы просто мясо в сраной мясорубке!
Андерсон. Машина президента Франции попала в окружение вертолета. Ты ее видишь? Противник ведет огонь по броне автомобилю рядом со стадионом. Отвлекись, я уже иду. Блин, я стараюсь. Ой, это свои. Же ж твою мать. Что за хрень? Это самое главное. Спасите ее. Проследите, чтобы выжила. Когда-нибудь летал на такой штуке, сектор? Нет. Как сейчас полетаешь, дружок? Бортовой компьютер должен справиться. Я поеду на скорой станции. Не отставай от меня. Попробуем догнать президентский конвой. Идентификация. Нейсон, Дэвид. Замена приоритетов. Альфа, Дельта, Эхо, X-Ray. Проверка завершена. Начинается цикл запуска. На каждом перекрестке. Полиция исправляется. Мы не доедем до цели. Сэмюэлс, я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Обследую ваше положение. Держитесь. Твою мать, полная задница. Серьезно нам досталось. Тарбер, сверни налево на девятый.
понял. Наемники приближаются. Ну нихуя! Фак, тяжелое приземление. Мейсон, ты все-таки больной на голову, ты это знаешь? Согласен, я болен. Снапа. Ну что, продолжим. Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че.
О, господи, а как же Китай? Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг в такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Все готово. Гарпер, интерфейс работает? Все в порядке. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь честен. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем, и что? Время до цели 30 секунд. Ёлки-палки. Черт, еле пронесло. Как мне уйти-то? Контролирую снижение. Уходи от них, твою мать! Уходи от ракет! Фак. Прекратить передачу и убить Менендеса.
Давай, родной, что там? Критическое оружие активировано. Внимание, вызываю гром и молнии. Их уже нет. Я даже и не заметил. Сейчас со снапы посмотрим. Thank you.
пилот, кто меня задевает. Нифига себе. Порвал. Вроде чисто.